Добрый день, тут я Игор. Следуйте видеопригляд о проекте SkyWay. В том-то вы данные увидите. Топ-менеджер SkyWay Андрей Зайцев говорил о проектах, которые сполучно представить этот рок. Выставка инновационного центра SkyWay в Шардже в Хадза до другой фазы. Спустились мы мобильную аппликацию в особном кабинете SkyWay. Тето удалось подробнее. Вышло видео с рецензией самогибного подвозку при 25 местный юнибус, а накладный юниконт. О новом вывоевом продукте порозправал автор технологии Анатолий Юницкий. Подле слов инженера, самогибный подвозок состанет закладом доправи, которая потом одошле до инновационного центра SkyWay в Шардже. Припоминаем же, что там плануя выставка трати при особну накладную доправу SkyWay. То знамена и при юниконт, который докаже приправовать наморные контейнеры с должкой 20 аж 40 стоп. В новом видео Анатолий Юницкий визначил главные предности самогибного подвозку. Подвозок будущего доправного простредку є вибавений хладяцим системам при працу в Арабских Эмиратах при теплотах аж 60 ступнів. Ще одну займову предность ма тенто подвозок – аккумулятори. Уможнюю доправному простредку приїсть в автономному режимі асі 100 км. Припоминаем, что в минулом выдании видео прилядов сме информовали, что 25-местный юнибус, а накладный юниконт планую представить до конца тохто року. Новый подвозок состанет универсальным при тето другой доправе. Подле слов Анатолия Юницкого, сертификация тохто вывоевого продукту са уж зачала, а може завершить зачатком будущего року. Вяц информации с рецензии самогибного подвозку найдете в отказе в пописи под видео. Покрачуємо в представлении єднотливих отделений сполучности вивіяється SkyWay Юницкий String Technology. Тенто раз порозправами о праці канцелярії функційно-системової аналізи. Замість нанці тейто організаційної єднотки са заобираю аналізу потенціальних порух при праці доправних прострідків, а зоставую алгоритми, які помагають наїсть, а отстраніть поруху. Недавно тато організаційна єднотка вивинула алгоритм при самостатну діагностику гідросистему тропічного юнікару Аюнібус. Алгоритм представує підступність кроків, які уможнюю наїсть поруху в доправному системі. В'яц інформації у праці канцелярії функційно-системові аналізи сі прочитати на отказі в пописі під відео. Інформаційний сервіс SkyWay уверенил новую справу о том, что Экофест соприхлада на рок 2021. Зрушение тохторочного фестивалу сувиси с другой волной пандемии, которую можно очковать тут у ясень, алибо концом лета. О можности наврату вирусу поведал генеральный редитель Световой здравотницкой организации Тедрос Адханом Кхебрезус. Подле его слов, некоторые краины досягли покрок в бои с пандемией, але целково созрихлує її нараст. Аби сме не горзували гості фестивалу, Екофест 2020 саруши, а прикладаса на будуцей рок. Припоминаме, же Екофест – то є каждорочна презентація струнової технології, ктора сакона в екотехнопарку в Білоруску. В року 2018 на Екофесті генеральний конструктор сполучності Юницький String Technology Анатолій Юницький огласил зачаток выставки SkyWay в Спойных Арабских Эмиратах. А в року 2018 са на Экофесте презентовал высокорисный юнибус. Ким чакаме на наследующий Экофест, навергуємо вам, аби сте припомянули найжарливейшие моменты минулых фестивалов. В новом видео сме зазбирали молебные заберы с Экотехнопарку, аби сте могли достать летнее повзбудзение сполу с тысячками навштевников Экофесту. Позвольтесь видео на нашем YouTube-канале, а на социальных сетях. Напишите нам в комментариях, чисто вам подарило навштевить фестивал в минулых роках, а что бы сте хотели увидеть на Экофесте в будущности. То более преднешек в шетки справы. Пригласуйтесь на наш канал, а запнитесь уповедомение, абы сте не примешкали на следующее выдание. С
С вами был Игорь Луцевич. До видения. А, нас хлебнуло.